Не озираясь на пурпуром разгорающийся свод, из дома выйду, руки в брюки, и на транспорт погляжу. И он подъедет обязательно, если повезет. Он довезет меня до места, на котором выхожу. На наших улицах автобусов угрюмые холмы, а пассажиры по автобусам с утра не с той ноги. Ах, горожане, горожаночки, куда несемся мы? Но вот запущена динамо, и перечить не моги, что только можно было вытравить, повытравил вполне. Я и с персоной своей вежливой гуляю просто так. А что нельзя было, конечно же, останется при мне. Да только где оно упрятано, не выявишь никак. Вот ты мой кореш, я беру твоих врагов на абордаж. Хоть продаю тебя, дружок, то за понюх, то за табак. И ты меня, меня-то тоже, несомненно, не предашь. Хотя уже который год ты сам гуляешь просто так. Вот эта женщина моя, ее, как водится, люблю. Поскольку можно ли, естественно, такую не любить? Но что же делать, моя милая, коль я тебя гублю? От себя не оторвать, ни с покаянием отпустить. Но ты беги, моя хорошая, и вытрави меня. Остальное, что не вытравишь, смотри, не растеряй. Войди в автобус, просветленная, не каясь, не броня. Потом сойди на остановке и сама себе гуляй по этим улицам, где движутся угрюмые холмы. И пассажирам предлагаются маршруты за пятак. Ах, горожане, горожаночки, куда несемся мы? А мы гуляем просто так, а мы гуляем просто так. Спасибо. Александр Стрижевский.